мы продолжаем проходить «Голос душ». И да, привет, с вами Ульки. У вас это всего лишь два задания. И завершаем их. «Голос унесенных душ». Что расскажете? Может быть, это голос моего мертвого ребенка? Я что-то слышу там. Я что-то слышу. Слабый звук детского плача. Он зовет меня. Мамочка идет. Совсем поехали крышей. Плачет, плачет, ладно. Ты тоже ничего не хочешь рассказывать, ладно? Просыпайся, возьми себя в руки. Я сказал, прось дороги. Ро. Что? Ты один из ее? Даже не смей останавливать нас. Да погодите, я думал, что это... Я думал, типа, это, пусти, пропусти меня, я ее тоже отхуярю. Фух, спасибо за помощь. Кристалл манит людей и поглощает их души. Поглощенные души отчаянно вызывают к другим людям. Затем замеченные люди поглощаются и зовут других. Зацикли. Если мы позволим этому случиться, он будет бесконечно поглощать человеческие души. Давай уничтожим его. Нет. Ты можешь попасть в кристалл. Да, блядь, я их уничтожал уже 1000 раз. Кто-то должен войти в кристалл и разбудить эти души. Если ядро будет разрушено, все обретут покой. У меня нет сил бороться с душами, но... Я могу наложить заклинание, чтобы ты сохранил рассудок. Так ты можешь сделать это вместо меня. Ну давай. Спасибо тебе большое. Тогда, надеюсь, ты сможешь сохранить рассудок с помощью моего заклинания. Какое заклинание? Блин, ты бесполезная... Я не знаю, как тебя назвать. Ты же бесполезная гадалка. Ты в магии даже не... Тебе магии ноль. Так, ладно, поехали в 4 стороны спасать. Блин, там что-то было написано, ну ладно. А ни хрена себе вы это, что-то немножко жирненькие для обычных беженцев-то, бобов. Так, ладно, вверху ничего? Да. Да, нам просто из стороны в сторону нужно побегать. Да, отойди. Не кристалл, так факел. Живой человек, я заберу тело. Нет, не заберешь. Ты погибнешь в этом аду. Хотя ты и так уже мертв. Но да не суть. Вообще могли бы сделать анимацию того, что вот эти вот... Маленькие кристаллики, которые крутятся вокруг него, ломаются от того, что я побеждаю. А так, блин, не особо интересно. Вроде как ты ходишь, бьешь, а толку от этого ноль. Хорошо мне бить, тварь, блин. А, тут анимация факелов, ну ладно. Все равно кристалл был бы лучше. Да все, сдохните уже. Ну давайте. Плохо погибает. Энергия ядра кристалла стала слабой. Кажется, это наш шанс. Давай, уничтожаем эту скотину. А как я выйду отсюда? Прошло слишком много времени. Это может быть опасно. У рыцаря получилось. Семья, спасибо. Мне жаль. Давайте, всего хватит. Да тут все души обрели покой, благодаря тебе. Кристалл больше никого не заманит. Коробки вещей умерших. Они бы хотели отдать это тебе. Да благословит тебе вселенную храброго героя. Ладно, чё, пошёл. Да, конечно, вещи мертвых забирать такое себе. Нет, конечно, в этом есть смысл, но почему так мало вещей? Да и посох такой посредственный немножко. Хотя, с другой стороны, для коллекции сойдет. Я не думаю, что он у меня есть. У меня вообще полностью собраны... Не полностью, скорее всего. Там немножко собрано... Не собрано белых шмоток. Так у меня полностью закрыты белые. Где-то наполовину синие. И вот желтый с оранжевыми. Так, частично. Что-то попадалось, то и закрылось. Ладно, всем пока. И у нас остается последнее задание с Хекатой. Собственно, будем проходить его в следующей серии.